Заметили, что у ребенка неправильно смыкаются зубы? Давайте посмотрим на случай нашей юной пациентки 5 лет. Основная проблема – это полное перекрытие нижними зубами верхних зубов, ограничение роста верхней челюсти и чрезмерный рост нижней челюсти. Как мы видим, нижняя челюсть на всем своем протяжении перекрывает верхнюю челюсть. Это так называемый мезиальный прикус. Также мы видим некоторые изменения профиля лица и преобладание нижней челюсти над верхней. В будущем такое неправильное смыкание приведет к различным стоматологическим проблемам, таким как повышенная стираемость зубов, большая нагрузка на зубы, что может приводить к различным патологиям в области сустава. После тщательной диагностики мы приступили к лечению. Первым этапом лечения у нас было расширение верхней челюсти, а после этого мы выдвигали верхнюю челюсть с помощью лицевой маски, чтобы сделать профиль лица более гармоничным. Наша пациентка с мамой соблюдали абсолютно все рекомендации, и посмотрите, какого результата мы достигли. Теперь верхняя челюсть перекрывает нижние, все верхние зубки перекрывают нижние зубы и как изменился профиль лица. Если вы заметили даже небольшие изменения в прикусе ребенка, обязательно записывайтесь на прием, ведь ровные зубы – это в первую очередь здоровье.